Медиакорпорация Китая приступила к съемкам гала-концерта в честь праздника середины осени. В этом году запись шоу ведется на берегу озера в столице провинции Ляонин, Шэньяне. Программа мероприятия обширна. В нее вошли красочные номера с элементами культурного наследия китайского народа. Зрители увидят отсылки к памятникам искусства из пещер Дуньхуана и театру теней Пиин, узнают исторические достопримечательности Шэньяна, местный фольклор и кулинарию. Главными темами празднования станут тоска по дому, ностальгия и воссоединение с семьей. Также в программу гала-концерта мы включили номера, которые отражают актуальные события в нашей стране. Например, среди них 75-я годовщина основания КНР, 25-я годовщина возвращения Макао и доставка китайским зондом первых образцов с обратной стороны Луны. Мы применяем технологии искусственного интеллекта в гала-концерте на разных уровнях. Сочетая реальные культурные артефакты с высокими технологиями, мы сможем лучше донести наши истории до зрителей. А спецэффекты, которые объединят прошлое и будущее, пространство и время, позволят усилить эмоциональное восприятие. В этом году праздник середины осени приходится на 17 сентября. Именно тогда по всему Китаю пройдет трансляция красочного гала-концерта в сверхвысоком качестве и с трехмерным звуком.